Всем привет! Сегодня мы играем в челлендж «Прятки в коробках». Точнее, не только в коробках. У нас еще сегодня участвуют маленькие домики. То есть можно сказать, что у нас сегодня прятки в маленьких домиках. Можно и в коробках, и в домике. Значит, правила таковы. Каждый из нас по одному разу ищет. Соответственно, другие прячутся. И потом считаем баллы. Кто сколько раз ходил или кого не находили. И победителя определяем в конце. Тот, кто ищет, только может открыть 3 коробки максимум. Да, и внутрь сильно не заглядывать, потому что, в принципе, если подсмотреть, можно найти. Да. Мы играть будем на время? Так, значит, на то, чтобы спрятаться, наверное, нужно там пару минут. А на то, чтобы искать, в принципе, время не важно. Вот так вот, вышел тот, кто ищет, говорит. Так, вон та коробка, например. Можно не говорить, а можно прийти и вот так вот. Ха-ха-ха! Это минус 1 попытка. Таких попыток всего-навсего 3. И сегодня мы не будем ходить на передний двор, чтобы считать. Тот, кто, вот, да? Тот будет сидеть в наушниках здесь в комфортном кресле, но смотреть туда на кухню. Yes, я же первый. 2 минутки ты слушаешь музыку, и потом выходишь, и 3 попытки у тебя, чтобы нас найти. Okay. Максим первый ищет. Включить тебе. Okay. Let it go. Let it into the unknown. Ладно. Синий трактор едет к нам. Па-па-лям, па-па-лям. Макс, это и есть синий трактор. Ладно, выбери себе любую музыку, только громкую. Все, мы начинаем. Короче, тут в этом челлендже у Кати реальное преимущество. Катя может спрятаться в любую коробку из этих. Я же в коробке не помещаюсь, потому что у меня выбор только домики. Поэтому у Макса будет только 3 попытки. Что это? Feliz Navidad. Я зайду в этот маленький. Я залезу отсюда. Кать, может, ты в коробку все-таки залезешь, нет? Как ты думаешь? Я хотел туда или сюда? Или туда? Я не знаю, у меня 2 минуты. Катя, надо быстро думать. Кошки мешаешь отдыхать. Я все-таки зайду в этот домик. Итак, я прячусь здесь. Опа, двери замаскированы. Я уже готова. Мы готовы, я готов. Все, время вышло, пора их находить. Искать. Restart. Это не на время. Так, я сижу себе тут в домике, все окна закрыты, меня не видно. Окно открывается. Как вы там, в этом домике маленьком? Окей, у меня стратегия. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. 3 попытки у Макса, это мало. У нас всего, по-моему, 12 локаций. Посмотрим, повезет ли кому-то найти хотя бы кого-то. Я просто подожду до ночи, и они вышли. Может, ты пойдешь искать? Excuse me, у меня стратегия подождать, чтобы они вышли. Last to leave. Ну, тогда ты проиграешь. Надо найти. Excuse me, это last to leave challenge. No. Ладно. Надо держать мою дверь. Окей. Какой дом мне выбрать? Надо здесь не шевелиться тихонечко. Мне кажется, что Катя зашла в коробку. Но в какую? Окей. Тут видно номера. Я зайду в коробку номер 8. 2. Actually, я передумал. Я зайду в номер 3. Excuse me, are you too? Я пробовал захитрить, испугать, но там не было. Окей. В этом доме. Excuse me. Кто-то там? О! No! Макс потратил 2 попытки.
Okay, I need to strategy. Что если они оба в одном доме? Он был после меня. Номер! Подсматривать нельзя! I am not подсматривать! What the? Ah! Yes, I knew it! No, what? No! Это была я! What? Время вышло! No! И ты нас не нашел! Катя тебе подсказала, она была вот здесь. Фух! Ну, я говорил еще в начале раунда на камеру, что это реально очень-очень сложно. Очень-очень легко. Сложно было найти, потому что всего-навсего три попытки. Я думал, ты быстрее будешь. Так, этот, второй, третий, все. Итак, в первом раунде Макс не нашел никого. Никого. Значит, счет. Макс не заработал ничего. Мы с Катей по одному баллу, то есть 0-1-1. Сейчас моя очередь искать, и я надеюсь, что я хотя бы кого-то одного найду. Точно не меня. Потому что шансов очень мало. Хачар, у меня стратегия. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Которая не сработала. Короче, я иду... А, стратегия прятаться? Да. Ага. В общем, я иду слушать музыку, вы прячьтесь. Окей, awesome. Which one should we hide? I'm hiding in that one. Can we hide in the big boy? This one? Yes. Yeah, yeah, let's both hide in the same one. But Maxim, you cannot move at all. I am going to hide... В августе я слушаю про Happy Christmas. Merry Christmas. Кстати, Джон Леннон поет. Okay. Wait, let's keep the doors open. Sure. Hey, можешь, пожалуйста, помочь? Okay, I'm gonna try. Я понесусь. Last Christmas. And Happy New Year. With you. Не надо пить. Я не понимаю, что ты говоришь. Вот кошка красивая у нас. Ей очень хорошо. Thank you. Quick, close the door. Close that one. Don't move the paper. Don't move the paper. Мы как будто бы где-то в Майами каком-то. Летом жара, а у нас Merry Christmas. Okay. Все, можно... Прослушивание музыки выключать и включать мою камеру и идти искать. Best eyes. No. Значит, время пряток вышло. Я не буду тратить время так долго, как Макс. Где они могут быть? Вот вопрос. Вот в чем вопрос. Макс в каком-то из домиков 100%, Катя в коробке. У меня три попытки. Давай так. Вот... Самое очевидное – вот эта коробка. Но она оказалась фальшивой, там Кати нет. Ой, коробки больше нет смысла трогать, потому что в коробках может быть только Катя, я думаю. Может, Макс тоже, конечно, залез, но вряд ли. Тут шевелилась бумага. Вот эта бумага только что шевелилась. Там кто-то есть! Там кто-то есть! А кто тут есть? Да ветер шевелил! Ветер шевелил, но я вас двоих нашел! Я заработал целых 2 балла, я сам не ожидал, со второй попытки. Я даже третью не использовал, вылезайте. Это твоя была эпик-стратегия, Макс? Yes. Вдвоем прятаться в один домик? Это из-за ветра! Ветер пошевелил, но я их нашел. Итак, по окончанию второго раунда у меня целых 3 балла. Один раз меня не нашли, и второй раз я нашел 2. У Кати 1, у Макса пока 0. Посмотрим, получится ли кому-то из детей меня догнать. Я только думаю, догнать. Мне есть шанс выиграть. Если ты всех найдешь, ты сможешь меня догнать, и будет между нами 2 победителя. Или я могу 3. Макс, ну ты не сдавайся, прячься хорошо, если... потому что сейчас ищет Катя. Если Катя 2 не найдет, тогда я... Okay,
с Катей вместе второй или третий. Да. Катя идет слушать музыку. Yes. А мы идем прятаться. Да. Сейчас. У нас с тобой очень мало места, где прятаться. Ага. У нас реально сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре места, где прятаться. Candy canes and mistletoe. Я попробую поместиться в коробку. Так, пробуй. Пробуем Макса закрыть в коробку. Ты, получилось! Только иди на синее тебя чуть-чуть. Не, о, вот ладно. Так отлично, вот так отлично. Короче, Макс спрятался, а я не знаю. Он на мои колени. Вот надо поправить, кстати, тут видно, что тут нет никого. Вот, надо вот это закрыть, а я пойду в большой домик. Надеюсь, Катя ничего от меня не слышит. Я иду в самый большой домик. Тут еще сегодня никто не прятался. О! Я чуть не выломал задом своим двери. Christmas every day. Все, мы все спрятались. Я здесь лежу. Я могу наблюдать все, видеть, где будет Катя. Прям вообще очень хорошо могу видеть даже. И теперь задача просто, чтобы она не выбрала мой домик. Надеюсь, мне повезет. Я тогда буду победителем супер-пряточником. Окей. О, мои колени. Я только что папа слышала. Какой домик мне пройти? Какой домик мне пройти? Какой домик мне пройти? Я не знаю, если зайти в большой домик. Я не знаю. I do not know. I do not know. Мне кажется, тут есть. Максим, you know I see your shirt. Катя, pick and cheater. Катя Макса нашла. Мне кажется, папа хочет меня зажулить и спрятаться где-то в коробке. Привет, Макс. Или в домике. Он еще не прятался там, может быть. Нет! Макс меня сейчас сдаст. Anyway, I'll look at this. No! Катя, папа тоже поместился в коробку. Не надо мне, нельзя мне кабуки. Oh, really? Отлично. Я не знаю, какую коробку выбрать. Yours, Critter. Номер один! Да? Есть. Где он? Пап, Катя проиграла. Есть! Я выиграл! Я выиграл в этих прятках! Hello, oh, yeah! Как она тебя нашла с первой попытки? Она читер. Неправда. Знаешь что, какое-то время, если ты прижимался к дверям, можно было видеть твою синюю футболку. Так что я победитель в этих прятках. Я думал, у Кати будут все преимущества, потому что Катя может легко прятаться в любой коробке. А оказалось, что у меня целых 4 балла. У Кати целых... 3? Один. Один. Нет. Два. Два. И у Макса ноль. 4-2-0. У меня нету. Все, Макса нет. Макс спрятался. А мы с Катей можем праздновать победу. Если вам понравилось, как мы прячемся, и вообще такие всякие крутые видео, если нравятся, обязательно пишите об этом в комментах и ставьте лайки. Почему мы это все сделали? Потому что под другими видео вы пишете: делайте еще, хотим еще. Как это называется? Okay. Макс не хочет, чтобы видели, как он проигравший. Но Макс все равно у нас, это наш самый любимый Макс. Не важно, что он проиграл, но все равно, я все равно победитель. Я самый лучший в Монополи. Ты играешь не по правилам! Мама, почему братик кричит? Да, Макс сегодня нас всех обанкротил. Сектор банкрот. На барабане. Но это уже другая я история. Я так каждый раз их банкротил. Я думаю, если я со всех вами сыграл, я бы со выиграл. Всеми. Со всеми вами сыграл, я бы выиграл. Это, короче, челлендж. Макс уже всем дает вызов. Он всех у вас выиграет в Монополе. А если в прятках, то всех выиграю я. Так что за наши крутые прятки. Обязательно с вас лайки, подписка. А мы немножко подергаемся, повисим. Да? Ой, хорошо. Давно я этого не делал. Макс. Говорят, что если ты один раз подтянешься, значит ты крутой. Окей, okay, I am very крутой. Look!
подтянулся. I'm so good. Я могу так. Ну, Кате еще надо тренироваться. Я могла так сделать, но... Мне совсем не помогли. I'm so good. Руки только снимай. Макс, давай.